Ну что, как вам настроение, ребят? Новость подняла, я по поводу, опять же, вечного украинского пессимизма. Новость по поводу того, что добавляет нам, помимо американского пакета в 61 миллиард долларов, еще и Британия, Риши Сунак официально объявил, что 620 миллионов выделит, то ли фунтов стерлингов, то ли долларов. Но в любом случае там будут ракеты Storm Shadow. Разве не красота, ребятки? А как вам то, что Блинкин из Америки сказал, что будет по поводу параллельного импорта, который делает Китай в Российскую Федерацию, вводить санкции против Китая и Америки? То есть не то, что там, ребята, пожалуйста, не надо. Как вы думаете вообще? Мне вообще полтинник, ребята. Я помню то время, когда Китай, это был, блин, термоса из махровых полотенца. Знаете, почему так перестало быть? Потому что Америка, борясь с Советским Союзом на тот момент, решила помочь Китаю, дала ему технологии, дала ему там какие-то свои заводы и так далее. Да? Понятно? И если, блин, сейчас начнет Китай что-то выпендриваться особо, поверьте, я не удивлюсь, если он вернется опять назад к термосам и вафельным этим махровым полотенцам. Как вы думаете, пойдет Китай на, я не знаю, на поводу у Российской Федерации, с которой у Китая там, я не знаю, сколько, 4%, по-моему, внешней торговли, или будет прислушиваться к Америке, где 40%, или если не больше, по-моему, да, с Америкой, с Европой, с Америкой. Больше наверняка, даже если брать и Америку, и Европу, на чьи условия он пойдет. Это даже вопрос риторический, потому что уже сейчас есть статистика, что за этот год сократилось поставки Китая в Америку. Тьфу ты, блин, в Америку говорю, в этот самый, в Российскую Федерацию. Ребятушки, я вам серьезно говорю, я к гражданским обращаюсь, потому что я военных утешать не надо. Военные в основном, все, ну, у нас есть повод радоваться тому, сколько там российских оккупантов у нас трупами лежат. Да? А гражданским говорю, не паникуйте, уже к концу этого года, я думаю, что война закончится, ну, как минимум, максимально интенсивные боевые действия. Сейчас этот Кадыров там крякнет, блин, видели, да, Кадырова, в каком он состоянии? И мы посмотрим просто на этом миниатюрном примерчике такой, как это значит, пробничек такой, что произойдет с республикой этих кадыровцев, блин, когда помрет их основной этот главарь. И потом это будет примерно то же самое экстраполироваться на Российскую Федерацию, там где этот вялый гном, блин, нафиг, с Каная. И там будет то же самое, да, ребятки, все будет в порядке, все будет Украина.